Вітаю, це тема дня. Я Тетяна Мілякіна. Сьогодні в рамках світового дня боротьби з ВІЛ кожен житель Миколаєва мав змогу пройти безкоштовний тест на ВІЛ, гепатити та інші вірусні захворювання. Наскільки подібні акції допомагають миколаївській спільноті? Наскільки високий рівень захворюваності на ВІЛ у наркозалежних? За які заходи більш дієві у роз'ясненні небезпеки наркотиків? Про це не тільки будемо сьогодні говорити з гостями нашої студії. Я хочу представити Сергій Ваненков, директор Миколаївського місцевого благодійного фонду «Юнітос». Добрий день. Добрий вечір. Анатолій Кухаренко, керівник відділу профілактики наркологічного центру «Друге дихання». Добрий день. Вітаю вас, панове. Телефон прямого ефіру 76-92-33. Код Миколаєва 0512. Якщо у вас будуть питання до наших гостей, будь ласка, ставте протягом 26 хвилин, які ми працюємо в прямому ефірі. Ну, на початку нашої розмови дозвольте статистику навести. Ну, власне, я думаю, що ви її знаєте, але нашим глядачам я хочу навести. І наш режисер покаже, власне, графіку. За даними Центру громадського здоров'я Міністерства охорони здоров'я, наша країна посідає перше місце в Європі за темпами поширення цієї смертельно небезпечної недуги. Серед регіонів України Миколаївська область посідає третє місце по розповсюдженості ВІЛ-інфекції. 244 тисячі українців мають ВІЛ, з них близько 100 тисяч досі не знають про свою хворобу. 46 443 чоловік живуть з діагнозом СНІД. У 2018 році щодня реєструвалося 49 випадків захворювання на ВІЛ-інфекцію. 24 випадки на СНІД, 9 випадків смерті від СНІДу. І така ще цифра: за період з 1987 по вересень 2018 в Україні офіційно зареєстровано 330 415 випадків ВІЛ-інфекції. Власне, сумна статистика. На вашу думку, чому Миколаївщина у цій статистиці, ну, не пасе задніх в трійці лідерів? Это комплексный вопрос на самом деле, потому что Николаевский регион всегда был богат на наркозависимых людей, и, к сожалению, начиная еще с советского времени, с 80-х годов, вопросы, касаемые работы с людьми, у которых есть зависимость инъекционного употребления наркотиков, она была под сукном. К примеру, когда в 90-х годах мы начинали работу с наркозависимыми, официально было зарегистрировано что-то около 400 человек, а люди, которые приходили... По всей области? Да, по области. Угу. А люди, которые приходили только в Николаеве, это были тысячи людей в наши программы по обмену шприцов. И благодаря этому мы смогли определить людей, которым необходима помощь, протестировать их. И вот та статистика, которую у вас и Николаев на третье место занимает, это и хорошо, и плохо. Потому что человек, который выявлен, он имеет шанс жить. Человек, который не выявлен, есть высокая вероятность, что когда выявит ВИЧ у него по показаниям, будет уже очень поздно. Поэтому, в принципе, выявляемость – это хорошо. И то, что третье место, возможно, и скорее всего, это следствие того, что ведется работа, действительно работа по выявлению этих людей. Пан Анатолий, мы это сейчас додатим. Да, в принципе, Сергей правильно сказал, что очень важно, чтобы люди могли возможность выявить, что у них есть заболевание. По статистике, 51%, если я не ошибаюсь, людей, которые со 100%, которые знают, что у них болезнь. И 49%, которые не подозревают даже, что у них проблема. Очень часто люди попадают к нам, проходят даже реабилитацию, меняют полностью свою жизнь, а потом оказывается, что у них есть ВИЧ-инфекция. И в данный момент вот мы с Сергеем, я думаю, раз в 3 месяца будем проводить, что к нам на центр будут приезжать их сотрудники и проводить нам анализы. Брать быстрые тесты. Быстрые тесты на ВИЧ, на туберкулез, да, и на гепатит. Скрининг на туберкулез с помощью анкет и на гепатиты тоже быстрыми тестами. И, власне, давайте зараз подивимося. И мы с вами, и наши глядачи, сюжет про те, как сегодня в Миколаеве каждый житель мог пройти безкоштовный тест на ВИЛ, гепатиты и вирусные инфекции. Прошу. Значит, так, это тест на первичную диагностику ВИЧ-инфекции. Вот. Это буфер, это панель, это скарификатор.
это спиртовые две салфетки и салфетка сухая. Что нужно сделать? Подготовить ручки, потом обработать спиртовой салфеточкой, потом нужно сухой салфеткой вытереть наш пальчик. Все это в утилизатор сюда. Угу. Потом скарификатор. Вот здесь вот вы прокручиваете таким образом, да? И сами себе вот хорошенечко нажимаете и прокалываете пальчик. Олені 55 років. Жінка вирішила перевірити стан здоров'я. У мене доволі такий спосіб життя такий. Я вживаю наркотики. Я прийшла дізнатися свій статус. Є у мене ВІЛ чи немає? Результат. Все хорошо. ВІЧ-інфекція не обнаружена. Вот у нас є одна полосочка. Ви бачите, тут на тестикі її видно. Вот. Ми займаємося профілактичними програмами, спрямованими на зменшення вірогідності зараження населення міста Миколаєва і області соціально небезпечними захворюваннями, такими як ВІЛ-інфекція, вірусні гепатити, туберкульоз. Результат тесту можна дізнатися за 15 хвилин. Якщо він позитивний, людині пропонують допомогу, говорить Сергій Ваненков. З чоловіком складається індивідуальний план. З людиною складається індивідуальний план супроводу. Їй допомагають отримати необхідну медичну допомогу, тому що дуже часто люди перебувають у шоковому стані. Вони не знають, що робити, їм потрібна психоемоційна підтримка. Не завжди вони готові поділитися з близькими їм людьми. Соціальний працівник надає всю цю допомогу цій людині. Він супроводжує її до медичних закладів міста Миколаєва для підтвердження діагнозу. Тому що швидкий тест – це не медичний діагноз, це підозра. Сергій Ваненков каже, після підтвердження діагнозу хворого не залишають наодинці з проблемою. І соціальний працівник у даному випадку виступає як друг, який допомагає подолати людині цей складний період у його житті, встати на диспансерний облік і отримати те лікування, яке йому необхідне. Анастасія Баннікова живе та працює у Сполучених Штатах Америки. До Миколаєва приїхала на один рік у рамках співпраці американської волонтерської організації з благодійним фондом «Юнітус». Корпус миру – це урядова волонтерська організація, яка спрямовує тисячі волонтерів до різних країн, у тому числі і до України, щоб допомогти з актуальними проблемами. Анастасія Баннікова каже, займається психологічною допомогою людям, які захворіли. Цей проект сьогодні, день тестування, теж відбувається завдяки Корпусу миру. Я подала заявку на грант, щоб у нас були серії тренінгів для наших клієнтів, щоб поговорити про стигму, чому вони не тестуються, що їх зупиняє приймати терапію після того, як вони дізналися про свій позитивний статус. Тобто цей день – так звана кульмінація нашого проекту. Ось, наскільки я зрозуміла, не перше, да, проводяться ці акції, періодично відбуваються. Наша робота заключається в тому, що ми іменно обеспечуємо тестування уязвимих груп населення. Це потребителі неусловних наркотиків, жінки, які вовлечені в комерційний секс. Ця акція була направлена для того, щоб привлечь більш широкий круг людей к тестуванню і продемонструвати, що несложно купити тест в аптеці і самостійно проверить свой статус. В целом, как бы вот так вот. Но это не первая и, я надеюсь, не последняя подобная акция, на которой мы будем заниматься подобными вещами. Можно, да? Я думаю, мы сейчас как-то проведем такую акцию масштабную по городу. Сергей может своей командой проедут через все центра города Николаева, которые есть. Ну, у нас есть контакты с ними. Реабилитационные центра, да, есть контакты, чтобы как можно больше людей охватить и чтобы люди могли сдать анализы. Акція відбувається спільно з американською волонтерською організацією «Корпус миру». І Миколаївщина була, напевно, обрана, можливо, це припущення підтвердить або спростити через саме такі високі статистичні дані захворюваності. Смотрите, «Корпус миру» реалізує кілька направлень своєї роботи. Одне з направлень роботи, по якому Анастасія приїхала в Миколаїв, це програма PEPFAR. Це американська програма, президентська програма по протидії ВІЧ-інфекції. А таких волонтеров, как Анастасия, несколько в Николаеве, и их достаточно большое количество в всей Украине. И ее главная задача – это разработка и внедрение тех мероприятий, которые могут дополнить, скажем, те активности, которые уже проводятся. Потому что по всей Украине есть такие донорские организации, как Альянс громадського здоров'я, Мережа людей, що живуть з ВІЛ,
который получает свое финансирование глобального фонда, и благодаря этих денег финансируются как профилактические программы, так и программы поддержки людей, живущих с ВИЧ. Эта программа Корпуса мира – это как дополнение, как усиление тех мероприятий, которые фактически в Николаеве с 98 года проходят при поддержке разных доноров. В основном это международные донори. Пане Толя, а ваша організація безпосередньо працює з наркозалежними, так? Да, наркоалками. Ну, скажіть, будь ласка, наскільки самі наркозалежні йдуть активно або добровільно, свідомо ось на такі акції, безкоштовно здавати тест? Ідуть, так? Да, ну, перед тим, звісно, ми підготовлюємо, проводяться бесіди з ними, і, в принципі, йдуть. І, знаєте, дуже важливо, що наша задача не тільки, щоб чоловік бросив наркотики і алкоголь, чтобы человек дальше, когда пройдет реабилитацию, чтобы он мог нормально и жить, и существовать. Чтобы не было такого, что он вышел с центра и столкнулся с той проблемой, что узнал, что у него ВИЧ или там, гепатит. Чтобы он уже там мог разобраться и перейти на терапию, и получить квалифицированную помощь. И это очень важно, потому что были такие случаи, что человек, пройдя реабилитацию, бросил наркотики, потом просто заболел обыкновенной простудой и умер от воспаления легких. И оказалось так, что у него просто уже 4 года, есть проблема эта. И мы решили рассмотреть вот такие акции, проводить, чтобы люди, которые поступали к нам на центр, чтобы мы могли їм допомогти в цьому, щоб вони проходили тести. В сюжеті торкнулися такого питання, як допомога, не знаю, перша допомога, чи, можливо, моральна якась допомога людей, які дізнаються про цей діагноз. Да, як ви працюєте в цьому напрямку? Це важливий компонент нашої роботи, тому що, коли чоловік навіть через швидкий тест узнає, що у нього є підозрення, що є ВІЧ-інфекція, для многих це шок. І для многих часто шок идет вместе с отрицанием. То есть человек не хочет принимать это подозрение диагноза. И задача наших социальных работников – это провести дотестовое консультирование, прежде чем человек сделает под надзором социального работника себе тест. И после тестового консультирования, даже если у человека отрицательный анализ. Если положительно показал тест потенциальное наличие ВИЧ-инфекции, то социальный работник его ведет, сопровождает в медицинское учреждение. Это либо бывший Николаевский областной СПИД-центр, сейчас этот центр на Дня паллиативной допомоги, либо это по месту жительства пациента. Приведя его в медицинское учреждение, определяется вместе с лечащим врачом план прохождения и постановки его на Д-учет. Это на диспансерный облик. После того, как человек становится на Д-учет, на диспансерный облик, он имеет возможность сразу же получать антиретровирусную терапию. Почему важно вовремя выявить ВИЧ у человека? Очень часто около 60% людей, которые приходят по показаниям, постоянная болезнь, скажем так, внешние проявления грибковых заболеваний, скажем так, и других проявлений, то, к сожалению, значительная часть этих людей, которые приходят так называемых третьей и четвертой терминальной стадии, они погибают, потому что такие проявления, как пневмония, к сожалению, очень агрессивны для людей, у которых значительно снижен иммунитет. И поэтому, если человека вовремя сопроводить, это гарантирует ему жизнь. Потому что на сегодняшний момент антиретровирусная терапия позволяет человеку вести долгую, качественную жизнь. Якщо кілька 10-15 років тому говорили, що ВІЛ – це діагноз, СНІД – це вирок, то сьогодні ми можемо говорити про таку терапію. Так вона допомагає? Да. Дело в том, что 10-15 лет назад стандарты предоставления помощи людям со статусом ВИЧ-инфекции были на зачаточном уровне. Спустя 10-15 лет фактически сейчас есть четко отлаженная система, подготовлены великолепные инфекционисты, подготовлены великолепные уровни социальные работники, которые знают, что необходимо человеку, столкнувшись с подобным диагнозом. Если человек начинает получать терапию вовремя,
А по сегодняшним протоколам человек, у которого выявляют ВИЧ-инфекцию, не имеет значения, какая у него вирусная нагрузка, какой у него уровень иммунитета, он сразу же начинает принимать антиретровирусную терапию. И это гарантирует подавление вируса ВИЧ-инфекции, иногда даже до уровня неопределяемости. То есть человек не сможет заразить своего, скажем так, любимого человека, если у него неопределяемый уровень вируса иммунодефицита человека, и он может жить абсолютно как любой другой человек с оговоркой на то, что он будет принимать антиретровирусную терапию пожизненно. Вы сказали, наши социальные працівники, кто они? Кто эти люди? Абсолютно разные люди. Люди и с образованием социального работника, люди, которые работают в формате равный равному. Это и люди, которые употребляли наркотические вещества, люди, которые живут с ВИЧ-инфекцией. Они знают, через что может пройти человек, потому что они сами пережили этот опыт, они сами принимают антиретровирусную терапию. И они могут рассказать человеку, которому необходима поддержка, который не знает, что его ожидает через неделю, через месяц, через год, на своем примере не могут сказать: посмотри, я живу с ВИЧ-инфекцией, я принимаю антиретровирусную терапию, я жива до сих пор, я живой до сих пор, я себя замечательно чувствую, посмотри на меня, я пример. И это очень хорошо работает, потому что человек всегда пытается понять, что же его ожидает. И видеть перед собой живого, здорового человека, это решает многое. Пане Анатолію, в вашому центрі як відбувається ця робота? Якщо людина дізналася про цей діагноз, хто допомагає? Хто перший як так підтримує? Взагалі, от у нас був один случай, недавно теж мальчик узнав, що у нього ВІЧ. Ми направили його на Херсон, він сам з Херсона приїхав на реабілітацію, і він уїхав якраз соціальним працівником. Просто дуже важливо в цей момент дати чоловіку правильну і грамотну консультацію. Не оставити його один на один з цією проблемою. И тогда он действительно справится и может пойти дальше. А если вот зависимость такой с психикой, как у зависимого человека, еще узнает, что у него проблема, болезнь, то очень часто они или продолжают употреблять, только гробят себя. Вовремя отдать. В основном мы отправляем по месту жительства, направляем людей, чтобы они сдавали анализы, проходили. Медичне лікування. Да, медичне лікування. Наскільки тісно ви співпрацюєте, ваша організація? Між собою, я зрозуміла, ви співпрацюєте з медичними закладами. Ми доповняємо друг друга. Чому? Тому що наша задача, як організації, якщо це стосується людей, які употребляють наркотичні вещества, зробити все, щоб к моменту, коли він прийме осознанне рішення о том, що він хоче порвати з наркотиками, щоб він був максимально здоров. Потому что легче решать одну проблему с наркозависимостью, чем решать проблему с наркозависимостью, проблему с туберкулезом, с ВИЧ-инфекцией, с гепатитом. Это наша миссия. Миссия Евгения и его организации в том, чтобы дать людям поддержку в период, когда они решили закончить со своей зависимостью. То есть мы дополняем друг друга, логически. Да, это, в принципе, даже мы сейчас проводили профилактику в школе. Наша организация занимается постоянно проведення профілактики. Сьогодні відбулася, да? Відбувся цей захід. Я прошу наших режисерів показати фотографії, так, а ви коментуйте, будь ласка. Ми постійно займаємося проведенням профілактики в школах. І перед 1 декабрем, перед Всемирним днем, ми з Сергієм вирішили вместе доповнять друг друга для того, щоб діти могли узнати інформацію, щоб ми їм розказували о ВІЧ, о наркоманії. Просто це більше дают информацию и понимание, что такое действительно проблема. И я думаю, что мы дальше будем сотрудничать и проводить эти профилактики. До речи, підліткова аудитория, дуже специфічна. Як сприймають діти всі ці речі? Серйозні речі. Они замечательные. Они замечательные. Единственное, что, к сожалению или к счастью, у этих детей не всегда есть достаточное количество жизненного опыта, чтобы принимать решения, которые не будут иметь негативных последствий в дальнейшем. Это касается и употребления наркотических веществ, это касается и небезопасных практик, например, незащищенный секс. Это все является факторами риска для ВИЧ-инфекции, для гепатитов, для инфекций, передающихся половым путем. Также это может очень серьезно расстроить в дальнейшем, скажем так, и поднять вопросы репродуктивного здоровья в будущем для этих детей. Поэтому вообще
то, что мы обсуждаем людей с зависимостью, это да, но по последней статистике 3/4 новых случаев выявления ВИЧ-инфекции в Николаевской области, да и не только в Николаевской области, это тренд всеукраинский, это половой путь передачи ВИЧ-инфекции, то есть это общее население. Еще раньше было навпаки инъекционно, да, так да, было, да, то зараз да, да, статевый. То последние годы 4 наблюдается тенденция перехода эпидемии ВИЧ-инфекции в общее население. И вот такие вот мероприятия с детьми, с подростками, у которых недостаточно жизненного опыта, недостаточно опыта, связанного с сексуальным воспитанием, да, нет достаточного понимания необходимости барьерной контрацепции. Очень важно для преодоления эпидемии именно с точки зрения работы с общим населением. Знаете, чем глубже мы про это говорим взагалі в суспільстві, тем загострюються проблемы. Якось така паралель. Якщо більше стає дозволеності там між стосунках між дітьми і підлітками, то більш заглиблюється проблема. Задача наша, от даже в школах, это чтобы дети научились задавать вопросы и спрашивать друг друга, есть ли проблема. Потому что зачастую, когда создаются какие-то молодые пары, они не задают друг другу вопросу, есть ли ты проверялся, сдавал ли анализ. Потому что в связи с употреблением алкоголя, наркотика, очень часто люди уходят от реальности и не следят ни за с кем они занимаются сексом, как они занимаются, предохраняются они или нет. И это очень распространяет проблему. И наша задача, чтобы дети могли друг другу задавать вопросы, подростки, вернее, задавать вопросы и проверяться, и не боялись этого, были смелее. А вам гострые питания ставили сегодня? Власне, какие гострые питания лунали от детей? Еще приклад навести. Наркомания – это не вред. Марихуана. Легкие наркотики – это не вред. Ну, на самом деле, это вред, потому что каждый зависимый в основном начинал с легкого наркотика. Ну, я зрозумела, что это было не запитание, а их твердження, да? Да. Напевно. Да, да, это было. Вы знаете, я думаю, что нам, возможно, нужно подходить к решению вопроса немножко с другой стороны. Есть вещи, которые мы не можем изменить. Подростки будут заниматься сексом. Будут заниматься незащищенным сексом. И мы, какие бы мы усилия ни прилагали с вами, мы этого не избежим. Так же, как люди будут употреблять наркотические вещества, так же, как люди будут заниматься проституцией. А мы, если мы говорим, что наша задача – это защитить их репродуктивное здоровье, защитить их от ВИЧ-инфекции, от гепатитов, от инфекций половым путем, которые передаются, мы должны принимать, что эти вещи – в кратковременной и среднесрочной перспективе мы не можем на это влиять. В долгосрочной перспективе при определенной политике государства, при определенной информационной политике это можно делать. Но те дети, дети-подростки, те люди, которые сейчас имеют, скажем так, эти опасные практики, мы должны стать их друзьями, мы не должны их осуждать их. Мы должны сказать, окей, хорошо, у тебя есть такая практика, мы поможем тебе минимизировать риск. Потому что мы прекрасно понимаем, что ты от нее не откажешься в силу физико-химической зависимости, в силу каких-то субкультурных течений и моды, например, да. Но мы можем сказать, мы не осуждаем, мы предложим тебе помощь. Тем самым мы защитим общество от этих проблем. И фактически международные доноры подходят в таком формате, что необходимо помогать, а не наказывать. Дякую, пан Анатолію, ще висновок від вас, і маємо закінчувати програму, вже у нас одна хвилинка буквально. Висновок, я думаю, ми не будемо останавливаться, будемо продовжувати маленькими шагами, я думаю, ми як-то будемо більше проводити таких акцій, совместних з общественной організацією, з фондом UNITAS, і більше. Дякую. Дякую за участь у нашій програмі, і вам, шановні глядачі, дякую за увагу. Це була програма «Тема дня». На все добре.